Минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто не выжил в блокаду. Такие встречи помогают нам узнать историю страны из первых уст, успеть посмотреть в глаза тем, кто еще помнит те блокадные 125 граммов хлеба, тот страшный путь на большую землю по Ладоге. История нашего народа, которая, пожалуй, всегда будет важной в любые времена. Специалисты Комитета по делам молодежи, администрации города пригласили на встречу и блокадников, и потомков тех, кто защищал город на Неве. Пришел поклониться сегодня, в день снятия блокады с Ленинграда, своему отцу, Авасеву Василию Григорьевичу. Отец Евгения Васильевича погиб, защищая Ленинград, но память о нем, так же как и о миллионах советских солдат, навсегда останется на страницах истории России. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок, «Наше время».